Добрый вечер, дамы и господа. В настоящее время в Нью-Йорке проходит массовая акция протеста против полицейского произвола. Жители Нью-Йорка вышли на улицы после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания в Миннеаполисе и начали массово грабить магазины, супермаркеты. Например, в нью-йоркском районе Сохо протестанты похитили из магазина часы Rolex на сумму 2,5 миллиона долларов. Об этом сообщила газета «Нью-Йорк-Пост» со ссылкой на источников полиции. Партия мертвых Лены Хейдис требует прекратить подобные протесты, ибо это не революция, а обычное мародерство и грабеж. И безобразие. Партия мертвых требует восстановить буржуазные свободы, буржуазный мир и буржуазное спокойствие. Оставьте в покое бизнес, граждане. Прекратите симулировать революцию, которой нет. Банзай. Ваньсуй. Это по-китайски банзай. Ура! Господа, прекратите симулировать революцию. Партия мертвых против протестов в американских городах, в американских штатах. Это безобразие. Активисты партии мертвых против подобных революций. Мы еще раз требуем прекратить это безобразие и оставить прекрасную Америку в покое. Добрый вечер, дамы и господа. В настоящее время в Нью-Йорке проходит массовая акция протеста полицейского произвола. Жители Нью-Йорка вышли на улицу после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания в Миннеаполисе и начали массово